Так, мы внутри. Аттракцион называется ОСА. Как он работает, я честно не знаю. Лер, не скажешь, как он работает? Вот так вот раскачивается. Как? Пальчиком в камеру. Подожди, подожди. Блин, сейчас я отдали, подожди еще раз. Хорошо, точно. Как я на пешеходе. А, вот оно почему и ОСА называется, да? Пойдемте сюда. Так, вот это автодром, я так понимаю. Это автодром, да, девчонки? Да. Что там, все время здесь были? Сегодня были очереди. Нет, я просто показываю. А ты хочешь? Давай покатаемся. Нет? Почему нет? Я пока не так. Давай в колесе обозрения. Ну, потом. Ну, это по-любому, да? Ну, пойдем. Да. Так. Что мы здесь видим? Ой, смотрите, какой опасный, ужасный аттракцион, страшный. Я вижу побледневших детей. Дети возвращаются, но другими людьми. Немножко сидея, немножко посидеют. Сединой на глазах. Так. Так, кангару. Кангару? Кангару это особая такая забава. Тоже. Видите, дети, дедушки рядом стоят, волнуются, потому что башня свободного падения может уничтожить детский мозг. Кенгуру, посмотрите на глаза кенгуру, я просто сейчас приближу. Вот такими дети возвращаются обратно. Посмотрите на детей, которые там в сумке у кенгуру. Глаза такие же, наверное, ездили не раз. Так, пройдемте дальше. Вот уже здесь видно эти, как это называется, опаснейшие, как американские? Ну, да, по-моему, это какие-то русские обычные, украинские, мариупольские, да. Горки ильичевские. Украинские. Как? Украинские. Украинские. Вот меня все время Лера исправляет, но все-таки это долг профессии, да? Но я как учитель английского языка с русским языком, у меня тоже какая-то проблема вечно. Так, а здесь, не? А? Слабо? Нет? А? Нет, а? Вот видишь, пойдем сюда, значит. Ой, не устаю снимать вот это колесо для вас. Страшно, ведь болты не закручены до конца. Да, Лер? Не знаю. Но нас разве это пугает, скажи? Нас это абсолютно не пугает с тобой. Сколько раз падали, да, и живые, и здоровые. Что мы вернем? Вернем по 100 грамм соку. Фронтовых? Да. По 100 фронтовых грамм соку. Да. Так, теперь мы идем через мост. Как он называется? Мост отчаяния. Отчаяние. Видите, что с этого моста видно? Мимо проплывающие судно проливающие. Смотри, как красиво, Аля. Даже не хочется уходить отсюда, вот скажи. Ну приходится, ладно. Хотя она ждет внизу, что ж мы. Ну что? Так, это, я полагаю, харакири, то самое пресловутое. Да? Лера каталась на нем и сказала, что это настолько страшно, что страшнее этого может быть только само харакири вживую. Везде капает, вот где болты не закручены. Вот оно, видите. Но ведь это не вода. Это просто-напросто. Да, это просто-напросто уринанализ детей, которые от страха, невзирая на правила, держите в себе все. Выпускают это на волю. Так, что у нас там? Далее. Смотрите, даже чум даже здесь есть, охренеть. Я думал, хоть я уеду, немножко отдохну от этих вигвамов. Так они даже здесь есть, боже мой. Заходим на второй мост. Мост отчуждения. Боже мой. Наверное, никто и не знал, что эти мосты так называются до моего появления в этом парке. Так. Что мы дальше видим? Лавочку. Хорошо, хоть Спанч Бобов вокруг никаких нету, чтобы потом... Девчонки сейчас явно пивасика, да, возьмут пивасика. Но я знаю, что Лера точно возьмет. Нет? Нет. Никак нет. Пока нет. Камеру выключишь потом. А, вот оно что. Не позорь. Родители мне рекомендуют показывать.
Так, итак, ладно. Позориться мы не будем, пока все.